Очередная рабочая неделя в администрации района началась с расширенного планерного совещания, провел которое глава района Заур Хамирзов. В работе совещания принимали участие заместители главы района, руководители структурных подразделений администрации, главы сельских поселений в режиме ВКС, руководители учреждений и организаций. Были рассмотрены текущие вопросы, намечены планы на неделю. Планерка началась с выступления начальника управления финансов Аслана Дагужеева, который представил главе района информацию о налоговых поступлениях в бюджет района за первые полугодия текущего года. Далее были рассмотрены вопросы по набору кандидатов для прохождения военной службы по контракту, достижения KPI-показателей, проведения ремонтных работ по замене газопровода в ауле Кашхабль и многие другие. В ходе совещания также обсудили ход уборочной кампании на территории района. По данной теме выступил начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов. Газовой культуры в Кашхабльском районе в этом году поддержало 17 935 гектаров, в том числе ячменя 1546, озимого рапса 1295 и озимой пшеницы 15 095 гектаров. На сегодняшний день в районе полностью убрана озимый ячмень на площади 1546 гектаров. Средняя урожайность ячменя составила 50,8 центнеров гектаров. В прошлом году ячмень у нас показал 47 центнеров гектаров, то есть в этом году больше урожайность на 3 центнера. Озимый рапс убрано полностью в районе 1295 гектаров. Средняя урожайность составила 25,6 центнеров гектара. В прошлом году эта урожайность составила 21 центнер. На 4 центнера больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день идет уборка озимой пшеницы. При плане 15,094 гектара убрано на сегодняшний день 8,058 гектаров. То есть 54% от общей площади озимой пшеницы. Средняя урожайность на сегодняшний день составляет 53,5 центнеров гектара. В прошлом году эта урожайность была у нас по озимой пшенице 45 центнеров. На 8 центнеров больше в этом году. В каждом сельском поселении идет уборка. На сегодняшний день было подготовлено 97 единиц техники уборки. В среднем на сегодняшний день работают 70-75 единиц уборочной техники. Уборочная площадь в день составляет порядка 1200-1300 гектаров. При нормальных погодных условиях, просто лично, в течение недели мы завершим уборку озимых колосовых культур. В ходе совещания главой района были даны поручения и рекомендации по всем обсуждаемым темам.